Когда меня спрашивают, что же объединило Древнюю Русь, я привожу посетителей нашего музея вот к этой витрине в восьмом зале. Здесь представлен комплекс вооружения древнерусского дружинника. Вы видите каролингские мечи, боевые топоры, копья, конический шлем, умбоны. Именно наличие сильной, хорошо вооруженной дружины позволило Олегу объединить новгородскую землю с киевской землей, создав древнерусское государство. Да, именно так в средневековье часто решались дела государственные – огнем и мечом. Согласно повести временных лет, славяне не случайно призвали именно варягов на правление. «Земля наша обильна, а порядка в ней нет», – говорили славянские вожди Рюрику, согласно летописи. Зато порядок и военная дисциплина были у варягов. Ты говоришь на моем языке. Когда-то это был язык моего народа. Мы – Варяжская Русь. Олег из дружины Рюрика стал регентом при его сыне Игоре, но фактически его признавали князем в Новгороде. Первая важная задача, которую он поставил себе – объединить два влиятельных центра на славянских землях – Новгород и Киев. И сделал это обычным для средневековья способом, убрав конкурентов киевских князей Аскольда и Дира. Мы говорим с вами, да, о раннем средневековье, и, скорее всего, другого способа вокнижения, установления, так скажем, господства или своей власти просто не существовало на тот момент. Следующие 25 лет после вступления в Киев князь Олег занимался расширением подвластной территории. Сегодня его деяния окутаны мифами. Но Олег, как создатель государства, стал героем славянского эпоса и более поздних творений. Как ныне взбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. В этих первых строчках песни о вещем Олеге Пушкин сразу нам указывает на еще одну важную задачу, стоявшую перед князем – ограничить влияние хазарского каганата на юге. В IX веке воинственные кочевники хазары обложили данью славянские племена и были влиятельной силой в Причерноморье. Олег решил и эту проблему. Отодвинул хазарский каганат, да, и вступил с ним в длительную борьбу, которую в дальнейшем уже продолжил сын князя Игоря, Святослав, окончательно разгромив Хазарию. Итак, важные этапы пройдены, и впереди уже видна цель – Византия. Теперь путь к этой процветающей и богатой империи от Новгорода до Черного моря из варяг в греки охраняется Олегом и его дружиной. Конечно же, двигали ими первыми князьями личные интересы. И самое важное, нужно было проложить путь на юг, объединить, собственно, пространство севера на Руси, новгородскую землю с средним Поднепровьем, киевской землей, и взять под контроль как раз именно эту коммуникационную систему, дабы вести транзитную торговлю через Восточную Европу. И вот тут начинается совершенно новый этап в истории Древней Руси. Славяне и варяги вступают в отношения с Византией. Набеги на город периодически совершали и хазары, и арабы, и варяги, и славяне, начиная с 830 года. В поход за богатствами на Царьград в 907 году, согласно повести временных лет, отправляется и князь Олег, снарядив 2000 ладей по 40 дружинников на каждой. Византийцы, наученные горьким опытом, закрывают ворота города и перегораживают вход в гавань цепями. Но изобретательности в бою Олегу было не занимать. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Испугавшись, византийский император Лев VI Философ предлагает Олегу мир и обещает платить дань. Это такая часть народного сказания, эпоса о походе Олега, когда он прибил щит к вратам Царьграда, да, Константинополя. И это неотъемлемая часть летописного сказания. И она относится больше к героическому эпосу о деяниях князей. Казалось бы, где это видано, чтобы процветающая и сильная империя платила каким-то варварам с севера? Но в этом был тонкий расчет. Соседство с арабским халифатом и хазарским каганатом было для Византии не самым приятным. Зато теперь есть кому поручить с этим разобраться. И возникшая вдруг на севере такая сила в лице дружин русских князей была очень важным подспорьем. Опять же, надо вспомнить о том, что именно по этому договору, да, император допускал наем русских воинов в свою гвардию, и появляются так называемые варяги.
варяги, которые были гвардией и охраной императора. В 911 году Олег отправляет в Константинополь посольство, которое заключает знаменитый торговый договор. Для молодой Руси это был важный шаг к укреплению своего статуса в Восточной Европе и будущему процветанию русских городов благодаря торговле. Но нельзя сказать, что это был мир на века. В 941 году на Константинополь пошел с походом повзрослевший князь Игорь. В 971 вместе с болгарами воевал с Византией князь Святослав. В 988 осадил Корсунь, византийскую колонию, князь Владимир. Даже Владимир Мономах воевал с Византией на Балканах. Но была и другая сторона отношений. Путь из варяг в греки озолотил русских князей и купцов. Правители Руси, которым ранее становились воины, теперь учились большой политике у византийской знати. Чего только стоит расчетливый визит княгини Ольги в Константинополь. Она стала первой правительницей Руси, принявшей христианство, укрепив политические связи с Византией. Ее внук, князь Владимир, крестился сам и крестил Русь именно по византийскому христианскому обряду. Христианство на Руси способствовало расцвету культуры, распространению письменности, грамотности и книгопечатания, развитию иконописи и зодчества. Свою связь с Византией пытались подчеркнуть многие русские князья и цари. Всеволод Ярославич женился на представительнице византийского императорского рода Мономахов, а его сын Владимир и вовсе взял себе прозвище Мономах. Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. Этот лозунг, вложенный режиссером Сергеем Эйзенштейном в уста Ивана Грозного, историки все же относят к более раннему периоду и к авторству монаха Феофана, современника Ивана III. Но в эпоху Грозного эта идея набирала популярность. Второй Рим – это Константинополь, столица православного христианства. Москва – новый религиозный и политический центр после падения Византии. Иван Грозный объявил себя царем от слова «Цезарь», а Петр I – императором, как в Риме и Византии. И Россия стала империей. Византийский императорский символ – двуглавый орел – стал нашим гербом. И эта незримая связь навсегда осталась в Российской империи.